Привет, это замки ИФАМ. Значит, инструмент, импрессия также подходит к замкам Corbin. У них профиль одинаковый. То есть ИФАМ Corbin. Вот. Используется, будем использовать листовую фольгу 0,5. Вырезаются вот такие полоски по обратной стороне. Придается форма. Так, положили. Переложится на рабочую часть. Сейчас попробую открыть. Показать, как это работает. Открывается немножко долго, можно пробовать 0,4, ну, откроется быстро, но может быстро закусить. Опа. Так, есть. Сейчас откроем второй цилиндр. Так же самое берем. После открытия инструментом замок работает без проблем. Это у нас второй сердечник. Открылся, очень долго открывался, но открылся. Это спецификация этих замков, они не очень быстро собираются, но после открытия работает инструмент безупречно. Тут за счет того, что перепады большие, поэтому он долго открывался. ИФАМ Corbin инструмент. Всем пока.